Добрый день. Как импортировать проект из программы Cinema 4D в программу After Effects? У нас есть какой-то проект уже подготовленный. Мы нажимаем настройки рендера. Здесь делаем все необходимые настройки, куда будет выводиться, в каком разрешении. Далее жмем вкладку «Сохранить» и, помимо всего прочего, выбираем вкладку «Файл композа». Здесь напротив «Сохранить» ставим галочку. Приложение «Цель» выбираем «After Effects», «Относительный» – галочка, включая 3D-данные – галочка. Жмем «Сохранить файл проекта». Выбираем, куда оно будет сохраняться. Сохраняться неважно, где оно будет. Можно где фотографии в результате рендера или в любую другую папку. Оно будет работать. Притом будет, ну, вы можете сохранить и после того, как вы рендер завершили, перед этим, и вы можете прорендерить буквально один кадр и также сохранить этот файл и работать с ним уже в After Effects. Так, придумали название. Все, сохранили, закрыли, запустили программу After Effects, нажали файл, импорт, файл. Так, как вы видите, ее, этого файла не видно. Нажали все файлы, выделили, нажали импорт. Выпала ошибка. Если у вас так же само, значит, необходимо выполнить следующие действия. Нашли ярлык Cinema 4D, нажали расположение файла. Теперь папка Exchange Plugins, папка After Effects, папка Importer. Здесь выбрали свою операционную систему. Теперь выбрали версию программы After Effects. И скопировали вот этот файл, по сути, файл плагина. Копировать. Так, программа. Теперь давайте зайдем в файл After Effects, расположение файла. Нажали, нашли папку Plugins и вставить. Теперь открыли программу After Effects, а вернее мы ее закрыли и заново запустили. Жмем файл, импорт, файл. О, и теперь, как мы видим, есть у нас файл AEC, который нормально открывается и импортируется в программу After Effects. Тут вот такая папочка, в которой будет уже файл самой композиции. Мы можем ее открыть, и мы видим, что здесь есть камера, свет и сами файлы. Вот прозрачный фон сохранился. И также есть у нас просто файлы, с которых мы можем также сделать композицию. Ну, без сохранения, конечно, каких-то других параметров. Вот видите, все теперь прекрасно работает. Спасибо за внимание. На этом все.